И всем привет, меня зовут Макс Риск. Мы первый раз будем вот так вот пробовать. Ой, попробуем, напишите в комментариях на камере. Вот, значит, смотрите, что я тут запускаю. Да, тут тоже хочу показать вам, так скажите, вот. Таинственный особняк. Вот, значит, сейчас включу звук, будете слушать, как они говорят. Напишите, как вам формат. Я выложу это на официальном канале. И всем привет, меня зовут Макс Риск. Монтаже, наверное, это не буду вырезать, именно не выражу. Так, ну это первый раз, когда я сейчас так снимаю за такое короткое время. Так, нажимаю Play Gaming. Вот, у нас есть открывать новичок. Значит, тут у нас 5 мирных и 1 убийца. Выбираем язык, русский давайте. Услышим, что они говорят, в принципе, пропиаримся. Скажем, подписывайтесь на канал Макс Риск. Там, потому что будет вот такой вот влог. Покажу, кстати, роль. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Макс Риск. А теперь я напишу сейчас. Кстати, когда вы пишете, у вас отключается микрофон и звук. Так, значит... Канал. Давай на русском. Прикиньте. Не успел. А вот думаю, что я убийца. Ну, ладно. Потом напишу. Тем более чат отключили. Вот, значит, я книжечку иду. Так, тут найти нужно бургер. Книгу бургер вон нашел. Не знаю, вам показывал столько так много раз или будет смотреть моя реакция. Вот, наверное, тоже. О, самое интересное, спички. Легко, как выполнить квест. Вот так вот берете. Слишком медленно. Подожди. Ну, в общем-то, увидите на другом канале, думаю я. Кусочек выложу хоть там. Блин, слишком медленно. Давай, вот так нужно. Вин, все. Как Маккуин, смотрели ролики на этом канале про Маккуина. Так, а где звук? Не понял. О. Не знаю, почему звука нет. Музыку, наверное, отключу. Нормально. Сори за шум там. Пробуем. Так, что тут у нас? Тут, скорее всего, кто-то убили. Блин, убил. Вот, скорее всего, это Дюк был. Ну, он просто тут стоит, как будто подозреваемый. Так, пошли в камеру посмотрим. Вот, сейчас я на камере. Так, что тут видно у нас? У меня качество тут маленькое, чтобы... Тихо, фазь, прием. Вот, блин, тихо. Тут, блин, что с телефоном не так, слушайте. Ладно, по-моему, это Дюк был. Так что, если... Ух, там камера горит. То есть, если камера горит, то за нами следят. Офигенно. Сколько бомб, блин, расставлено. Я пойду сюда, чтобы по-брому все тут починить. Блин, чувак специально так сделал, чтобы... КВС, блин, выполнить. А, тут бомба так. Сообщить? Ха, тело найдено. И это я сообщил. Ребята, скажите, где было убийство? Кто это был? Сейчас напишу, кстати, в комментах. Я отключу звук, типа, то он на автомате включается. Канал. Макс. На украинском пишется, кстати. Офигеть, да? Риск 100 с Украины тоже лайк. Все. Отправляю. Так, кто убил? Кто убийца? Фил, если хочешь с нами разговаривать, погромче разговаривай. Просто тебя почти не видно. Ой, не слышно. Ладно. Алло. Никто тут вообще со мной не разговаривает. Отлично. Фази выкидывают, и он был невиновен, в смысле? Так, тут бомба, кстати, давайте активируем. Так, желтый. Так, дальше синий, зеленый, фиолетовый. Напишите, я первый раз снимаю вот так вот, простой. Я раньше влог снимал один. Тихо, стой, блин.
Сколько вас, блин, тут? Так, лучше квест выполнять. Неважно, что эти спины ударят. И главное, тут камеры отключены, рили. Реально, слушайте, если камера в красном горит, то чуваки смотрят за вами. Если камера не включена, то по-любому там кто-то нету. Если вы убийца, в принципе, можете найти этого, схватить и вырезать его. Если там два чувака, то опасно, друзья. Там вообще может толпа целый день там висеть. Ну, тем более она не выиграет. Там будут только стоять, там убийца убьет всех. Может проголосовать, выиграть. Там дается, кстати, время, скорее всего. Не знаю вообще. Так, пока что квест выполняем, конечно же. Починим кран вон. Потом покажу, кто остался. Наверное, там не показал. Ну, просто они сказали мне. Ну, спасибо, конечно. Раньше такого не знал. То есть нужно вот так разговаривать. Кстати, как там записывается звук? Микрофон, тоже пишите в комментариях. Тоже очень интересно. Куча заданий, блин. Что просто что? Как мне шептаться, чтобы было им слышно? А, может тут настроить? Офигеть, да? Все, блин, ладно, что будем делать и искать, и проблемы решать. Так, Никс, не убивай меня, чур. Фазди, привет. Так, 3, 2, 1, тут я срабатываю, тихо. Я думаю, меня уже вырубил этот Никс. Только подозреваем. По-моему, не Никс или Фази, или Дюк. Дюк уже его нету. Фази. Тихо, Фази. По-любому это Фази, вот честно. Вот так, блин, подозреваемый был. На камерах жалко, что нельзя смотреть. Так, что это такое? Дело закрыто. Кто выиграл, кто победил? Мы проиграли. Блин, это был Фази, Простите, блин. ребята. Вот, блин. Давайте еще одну Блин, катку. давай дружить. Вау. В дыр хочет. Давай в дыр. И всем привет, меня зовут Макс Риск. Гость. Я гость. Так, 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 так. Кто первый, кто первый, кто первый, кто первый, кто первый, кто первый. Вот, я первый вроде. Так, 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 так. Тут Яра, блин, хочу не выиграть на скорости. Вот. Так, 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 Фази, Фази, аккуратно. Спички, спички. Квест выполнен. Так, 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 так. Фази реально за мной гонится. По-любому он убийца, вот честно, что за пранки. Он просто прям реально за мной. Тихо, тихо, тихо. Тихо-тихо-тихо, еще Оля тут. По-любому не Фази, не Оля. Но они подозреваемые, блин, какие-то. Чего он за мной ходит? Дыр хочет. Так, давай на другую локацию. Ой, Яра Чипин. Или Яра ли Чипин? Я просто... Подожди, камера горит? Нет, 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 пока что не горит. Чего же за мной Фази ходит? Вот реально, он за мной ходит. Так, тут у нас выполняется квест. Так, подожди, сейчас. Вот он. Тык. Все показал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дело закрыто. Победа. Это был Чипи. Он просто фкашил, и я Да увидел. можно я всегда с тобой буду ходить? Чтобы не тебе вопрос. Тебя не убили и меня не убили. Давай. А кому вы? Выиграл матч, во, еще раз. И всем привет. Блин, не успел. Сразу бах едет чат. Всегда не успеваю на скорости. Так, блин, подожди, это уже третья катка? Ого, подожди, друзья, я перебарщиваю с катками. Это последний раз я играю, все. Хватит, на фазе, блин, ходит. Я ж не убийца. А если бы был убийцей, значит, он бы тебя убил. Блин, три игры, конечно, переборно. Мне ж места мало. Файлы. Лагает еще, кстати, нормально. Так, тут у нас картиночка. Ну, реально тяжело складывать, если это прямо так вот. Попробовать стоит.
отключили свет. Они так отключают свет, ничего не видно, у нас экран маленький такой. Был такой, что такое вот. Открыл вот такой саботаж. Называется саботаж. Раньше я был тоже убийцей. Так, это ли Оли? Это не точно. Чипи убили. Это точно не Фил, я с ним иногда была, он бы Чипи не убил никогда. Это точно не Фил, я думаю. Как думаете, Никс или Яра? Я практически никого не видела, кроме Фила. Я картину складывала, там типа возле библиотеки наверх пошел и налево. Там картину складывал. Неправильно, как так, блин? Ли, Оли, Лияра, все включили. Давай посмотрим, это был фазе. Или Оли. Если с нами будут Оли гоняться, то по-любому Оли. Пока что никто. Так, тут мой физи вроде бы. Пока что никого не вижу, поэтому будет сложно сказать, кто есть кто. Кто-то чувствует снова саботаж. Специально, чтобы нас запутать. Да. Как-то страшно так саботажу идти. Сколько у нас квест осталось? И Оли, ё-моё. Как думаешь, Оли за нами идёт? А, включили свет, отлично. По-любому это Яр был, вот честно. Это был Яр, оказывается. Я еще не знаю, кто. Мы сейчас играем. О, это сейчас так страшно. Пишите в комментариях, какую сейчас игру сыграть. Стоп, я сколько записываю? Ё-моё, я не путать не должен. Подождите, я уже должен заканчивать. Сколько нам мы снимаем? Ничего не видно, подождите. А, 13 минут. Видите, у нас такая вот левая камера, поэтому тяжело. Как думаете, это Оли? Мы реально подозреваем Оли. Персонаж, это был Оли? Такой, блин, невинный. Оли, Яр, вы кто? Вот кто из вас? А все тут, кстати, слушайте. Тихо. Оли, Яр тут, прием. Срочный звонок. Прям строишь. Это Яра, короче, потому что когда я стояла возле этого колокольчика, он, короче, просто стоял на меня, смотрел, потом подвинулся, а потом опять на меня смотрел, и я подумал, я от него пряталась. О, уже музыка получше. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. Ура, молодцы вы. Это точно Яра. Правильно. Всем за просмотр, с вами был Макс Риск. Всем удачи и пока.